Легендарный дятел Вуди Вудпеккер возвращается и сразу в полный метр. На днях компании Universal и студия Illumination Entertainment объявили о решении снять полнометражный мультфильм о приключениях веселого дятла Вуди. Вот уже несколько десятилетий не появлялось новых серий о назойливом, наглом, но при этом ужасно обаятельном и привлекательном дятле. Теперь создатели решили, что по его специфическому смеху все уже очень соскучились. Знаменитый всем с детства дятел, очень старый персонаж, его придумал аниматор Бен Бакс Хардвей в 40-м году. Тогда он впервые появился в мультфильмах анимационной студии Уолтера Ланца. В результате продержался на экране несколько десятилетий и даже стал поп-иконой, практически как Бакс Банни или Даффи Дак. Еще бы художник у них один и тот же. Причем стоит отметить, что приключения Вуди Вудпеккера сразу же пришлись по душе не только детям, но и взрослым. Проект имел успех, поэтому представители компании уверены в окупаемости фильма о дятле, несмотря на солидный возраст главного героя. Его воссозданием займутся Джон Альтшулер и Дэйв Крински, авторы «Лезвия славы», «Звездуны на льду». Они напишут сценарий к предстоящей картине. Они уж давно, кстати, ведут переговоры об этом с компанией Universal, которая владеет правами на этого персонажа. При этом работать они будут на студии Illumination Entertainment, которая принадлежит Universal и которая известна мультфильмом «Гадкий я». Предполагается, что образ Вуди претерпит ряд изменений. Он будет модернизирован и подогнан под современные реалии. Хотя совсем непонятно, как это можно сделать с дятлом. Но создатели уверяют, принципиально Вудпеккер не поменяется, и смеяться он будет так же задорно. Кстати, это будет уже вторая трансформация персонажа. Вуди 40-х и 70-х годов различаются как по возрасту, так и по поведению. Теперь вот снова трансформация. Переживет ли такие метаморфозы остроумный дятел? Однако вокруг проекта до сих пор много неясного. Например, остается неизвестным, будет ли фильм полностью анимационным или же к проекту привлекут актеров. Вот наверняка знаменитости позволят привлечь еще больше зрителей к этому проекту. Но вот вопрос, кто захочет играть дятла?